Запланировано? Голосование. В конце. Отлично. Так что будьте готовы. Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум, разрешите вам представить доклад на тему радиотерапии раннего места распространенного рака молочной железы. Ни для кого не будет большим секретом то, что лучевая терапия является неотъемлемым компонентом лечения больных раком молочной железы. И большая часть пациентов нуждается в проведении облучения с целью снижения риска рецидива в будущем. Это подтверждает большое количество клинических исследований, метаанализов, которые говорят о том, что если пациентке провести облучение после хирургического этапа лечения, это позволяет в разы снизить частоту локальных рецидивов. А между тем, проведение лучевой терапии влияет также не только на локорегиональный рецидив, но также и на общую выживаемость, достоверно ее снижая. Если говорить о проведении лучевой терапии относительно объема хирургического вмешательства, то если пациентке провести органосохраняющую операцию и в дальнейшем лучевую терапию, то это, в принципе, будет эквивалентно проведению мастектомии, учитывая общую выживаемость. То есть она одинаково будет между такими группами пациентов. Рассматривая частоту развития рецидивов заболевания раком молочной железы у пациентов после органосохраняющей операции с дальнейшим облучением относительно по типу рака молочной железы, то мы, конечно, видим, что у пациентов с луминальным А по типам риски значительно ниже, чем у больных с луминальным, с HLA положительным и трижды негативным по типам рака молочной железы. Но несмотря на очевидную взаимосвязь между биологическим подтипом рака молочной железы, прогнозом и радиочувствительностью, в настоящее время по международным рекомендациям показания к проведению лучевой терапии и объема облучения выбирается без учета принадлежности к биологическому подтипу. На данном слайде продемонстрирован большой метаанализ 78 рандомизированных исследований, куда вошли данные более чем о 42 тысячах женщин. Части пациентов, а именно более 7 тысячам пациентов, выполнено органосохраняющее лечение. Часть пациентов имела поражение регионарных лимфатических узлов, часть пациентов не имела поражения. Но, несмотря на это, вне зависимости от статуса регионарных лимфатических узлов, проведение лучевой терапии после органосохраняющей операции улучшала безрецидивную выживаемость и улучшала выживаемость от рака молочной железы. Как мы знаем, большинство рецидивов рака молочной железы возникает в непосредственной близости от места ранее располагаемой опухоли. В связи с этим проведено исследование, куда вошли более 5000 пациентов. Части пациентам проведено стандартное облучение оставшейся ткани молочной железы в суммарной очаговой дозе 50 грей. Части пациентам проведено дополнительно к стандартному облучению еще и облучение ложа удаленной опухоли в суммарной очаговой дозе 16 грей. Это позволило снизить достоверно улучшить контроль за заболеванием, местный контроль. В настоящее время у врачей-радиотерапевтов есть несколько вариантов подведения дополнительной дозы на ложе удаленной опухоли, так называемый буст. Это можно выполнить и с помощью дистанционной лучевой терапии, электроны либо фотоны, так и с помощью внутритканевой лучевой терапии, то есть облучения изнутри. В данной работе сравнивали несколько видов подведения дополнительной дозы облучения. Мы видим, что объем облучаемых тканей при проведении внутритканевой лучевой терапии в разы ниже, что, конечно же, в дальнейшем скажется на более положительном косметическом результате. Но, несмотря на достаточно экономный объем облучаемых тканей, частота рецидивов у пациентов после внутритканевой лучевой терапии оказалась ниже даже по сравнению с у пациентов, которым проведено облучение с помощью электронов либо фотонов. В последнем журнале современной брахитерапии представлены рекомендации по поводу проведения внутритканевой лучевой терапии. Разделены пациенты относительно развития риска рецидива заболевания. Низкий риск, промежуточный, высокий риск. Здесь отличие от возраста, в размере опухоли, в наличии либо отсутствии внутрипотокового компонента лимфоваскулярной инвазии и, конечно же, края резекции. Более высоким риском обладают молодые женщины до 40 лет с наличием внутрипротокового компонента и с краями резекции менее 2 мм.
Но, несмотря на все вышесказанное, мы не должны забывать, что проведение лучевой терапии зачастую сопровождается осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Так, в последней работе Дерби показал, что каждый дополнительный грей лучевой нагрузки на миокард увеличивает развитие сердечно-сосудистой патологии, а именно ишемической болезни сердца, которая в дальнейшем может перейти в инфаркт миокарда, на 7,4% в интервале от 5 до 20 лет после проведения лучевой терапии. Причем наличие либо отсутствие сердечно-сосудистой патологии на момент проведения лучевой терапии никак на этом не сказывается. В связи с этим оказалась очень интересная работа наших немецких коллег. Они сравнили дозиметрические планы пациентам после классической дистанционной лучевой терапии и после внутритканевой лучевой терапии. Мы видим достоверные различия радиационной нагрузки на миокард, на сердце и на ипсилатеральное легкое, что говорит о том, что, конечно, с помощью внутритканевой лучевой терапии мы существенно снижаем радиационную нагрузку на органы риска, а именно легкое и сердце. На данном слайде продемонстрировано венгерское исследование. Оно небольшое, чуть больше 200 пациентов. В данном работе они сравнивали проведение дистанционной лучевой терапии оставшейся ткани молочной железы и проведение парциальной лучевой терапии, то есть частичного облучения с помощью внутритканевой лучевой терапии. Они не увидели достоверных различий между двумя этими группами пациентов в развитии рецидива заболевания. Это уже более большое исследование, рандомизированное. Здесь уже более 1300 пациентов. Здесь также пациенты делились на кому проведено классическое облучение, внутритканевая парциальная лучевая терапия. Здесь также мы не увидели достоверных различий в развитии рецидива заболевания при достижении 5-летнего срока. Итак, кому же показана парциальная лучевая терапия, то есть частичное облучение, но это, конечно, пациенты с достаточно низким риском развития рецидива, это пациенты после 50 лет с размером опухоли менее 3 см, с отсутствием лимфоваскулярной инвазии и с чистыми краями резекции. В нашем клинике в НИМИЦе онкологии Николая Николаевича Петрова мы используем и проводим как и внутритканевую лучевую терапию, и при проведении парциальной лучевой терапии, то есть частичного облучения, и при подведении дополнительной дозы облучения на ложе удаленной опухоли. Техника проведения одинакова, вне зависимости от того, будем выполнять парциальную лучевую терапию либо буст. Перед началом проведения внутритканевой лучевой терапии мы устанавливаем интростаты в ткань молочной железы. Для того, чтобы их правильно установить, мы устанавливаем накожные метки на края послеоперационного рубца, проводим КТ-исследование, визуализируем относительно накожных меток внутритканевые метки, понимаем, где они располагаются, обрабатываем соответствующую кожу, проводим местную анестезию места ввода и вывода игл интростатов, проводим первую иглу интростат. На первую иглу интростат мы устанавливаем брахитерапевтическую решетку, фиксируем между брахитерапевтической решеткой молочную железу. Решетка нам помогает фиксировать орган и контролировать введение игл интростатов. В отверстиях в решетке расстояние между отверстиями в решетке 5 мм. Соответственно, мы можем устанавливать интростаты на равноудаленном расстоянии друг от друга. Чаще всего это мы соблюдаем расстояние сантиметр либо полтора сантиметра. Это нам позволяет достигать равномерности распределения ионизирующего излучения во время облучения. Проводим КТ-исследования. Относительно установленной иглы интростата мы визуализируем внутритканевые метки. Понимаем, сколько нам нужно установить интростатов для того, чтобы покрыть весь объем интересующих нас тканей. После того, как мы устанавливаем все интростаты, мы снимаем решетку. На каждый край интростата мы устанавливаем фиксаторы для того, чтобы снизить, свести к минимуму подвижность иглы.
и проводим окончательно последнее КТ-исследование, которое уже в окончательном виде это выглядит именно так. Передаем специальную планирующую систему, которая называется Сан-Центра Брахи. Планируем лучевую терапию, задаем определенные параметры. Если мы пациентке подводим дополнительную дозу на ложе удаленной опухоли, то мы планируем 2 либо 3 сеанса в зависимости от краев резекции. Если менее 2 мм, то проводим 3 сеанса. Если более 2 мм расстояние, то проводим 2 сеанса. Если мы планируем парциальную лучевую терапию, то есть частичное облучение ложа удаленной опухоли, то мы проводим 8 сеансов. А после того, как мы утверждаем индивидуальный план облучения, подсоединяем к каждому из интростатов аппарат брахитерапии и проводим сеанс. Он чаще всего длится не более 10 минут. Сеансы мы проводим с интервалом не менее 6 часов. Ну, чтобы подвести итог всего вышесказанного, доказана эффективность при проведении парциальной лучевой терапии и при подведении дополнительной дозы облучения, так называемого BOOST, и минимальный риск осложнений за счет уменьшения объема облучаемых тканей и, как следствие, хороший косметический эффект. На данном слайде продемонстрировано 18 рандомизированных исследований. В них вошли пациенты после выполнения мастектомии. Все имели пораженные регионарные лимфатические узлы, проводилась системная терапия. И мы видим, что при проведении лучевой терапии позволяет значительно в разы снизить риск локорегионарного рецидива заболевания. Вне зависимости от того, проводится пациенту системная химиотерапия или гормонотерапия, проведение лучевой терапии улучшает общую выживаемость и снижает частоту локальных рецидивов. На данном слайде продемонстрировано большое рандомизированное исследование, мета-анализ 22 исследований. Исследовалось все-таки вопрос о решении проведения облучения регионарных лимфатических узлов относительно количества пораженных. Пациентов разделили на пациентов, у которых есть поражение от 1 до 3 лимфатических узлов, и на пациентов, у которых поражены более 4. Вне зависимости от количества пораженных регионарных лимфатических узлов, проведение лучевой терапии на зоне регионарного лимфотока позволило улучшить результат локорегионарного рецидива и в том числе улучшить выживаемость от рака молочной железы, достоверно улучшить. В данный момент существует много вопросов по поводу облучения парастернальных лимфатических узлов. Есть как сторонники, которые утверждают, что нету веских доказательств, которые утверждали бы то, что нужно обязательно облучать парастернальные лимфоузлы, и ссылаясь на то, что облучение парастернальных лимфоузлов может как следствие достаточно большое количество серьезных последствий. Так и сторонники, которые говорят о том, что расположение опухолевого узла в медиальных квадрантах молочной железы сопровождается достаточно высокими рисками. В данной работе более 8 тысяч включены пациенток, они разделены относительно расположение опухолевого узла. Мы видим, что достоверные различия, статистически достоверные различия есть у пациентов в развитии безрецидивной выживаемости, у тех, у кого опухолевый узел расположен в медиальных квадрантах и опухолевый узел более 2 сантиметров. В данной работе при проведении облучения парастернальных лимфоузлов достоверных различий в общей выживаемости не получено, но при этом 10-летняя безрецидивная выживаемость оказалась достоверна. Примерно такие же результаты и мы видим в данной работе получены. В данный момент стали доступны результаты 3 исследований проспективных. Здесь продемонстрирован метаанализ этих 3 исследований, где проводилось облучение парастернальных лимфатических узлов. При комбинированной оценке общей выживаемости по данным 3 этих исследований мы видим достоверное увеличение общей выживаемости. Нами проанализированы результаты 5 перспективных исследований, где при подсчете, где проводилось также облучение парастернальных лимфоузлов, где мы видим увеличение показателей общей выживаемости и безрецидивной
что также говорит в плюс облучения парастенальных лимфоузлов. Ну, если уже подвести дополнительные выводы всего вышесказанного, то можно сказать с уверенностью, что выполнение органосохраняющей операции является показанием для облучения оставшейся ткани молочной железы и подведения буста на ложе удаленной опухоли. Пациенты, у которых более 50 лет, расположение опухоли в узле более менее 3 сантиметров, клинические и патоморфологические N0 и установленные метки в ложе удаленной опухоли являются кандидатами для выполнения порциальной внутритканевой лучевой терапии. При метастатическом поражении хотя бы одного регионарного лимфатического узла это уже является показанием для облучения зон регионарного лимфотока. И пациенты, зафиксированные лимфотоком в парастернальные лимфоузлы по данным мамолимфосцинтиграфии с расположением опухолевого узла во внутренних квадрантах молочной железы и при массивном поражении регионарных лимфатических узлов могут рассматриваться могут быть кандидатами для проведения облучения парастернальной области. Это, конечно, должно решаться непосредственно лечащим врачом. Вопрос. Спасибо. Нам еще нет. Спасибо, спасибо большое, Олег, за материал. Большое спасибо. Сейчас отдельно. Достаточно быстро. Противопоказания к проведению высокодозной внутритканевой лучевой терапии у больных раком молочной железы в качестве парциального лечения является возраст до 50 лет и младше, стадия заболевания Т1, Т2 и 0М0, люминальный БП-тип опухоли, состояние после органосохраняющей операции молочной железы. Бежит. Как можно голосовать? Коллеги, все в сети Wi-Fi? Science. Пароль от 1 до 9. Так. Всем удалось подключиться? Поднимите руки, кто смог подключиться. 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 Смогли голосуем в онлайн? Видите голосование? Угу. Ну тогда. Может быть, да, выведем результаты. Так. На самом деле правильный ответ первый, то есть противопоказание к проведению парциальной лучевой терапии – это возраст. А я, может быть, не вовремя сказала правильный ответ. Вот сразу все стали правильно отвечать. Я думала, это уже окончательно. Но мы же тоже. И так сразу все изменилось в нужную сторону. Конечно, если мы видим пациентку с размером опухоли до 3 сантиметров, у нее выполнена органосохраняющая операция, установлены титановые метки, но пациентке 35 лет, мы и не будем проводить парциальную лучевую терапию, потому что возраст является... все-таки критерием относительно высокого риска развития рецидива у него в будущем. Какие будут вопросы? Еще? Да, пожалуйста. Да. А можно микрофон? Можно микрофон. Вот-вот, левее. А то с обеих сторон. Да. Спасибо. Жан Викторов, спасибо за интерес сообщений. Ну и вопрос такой. Вот при проведении интерстициальной брахитерапии были ли у вас какие-то вот осложнения септические, геморрагические или иные серьезные? На данный момент нами пролечено более 180 пациентов на протяжении полутора лет. Каких-то серьезных нежелательных явлений мы не отмечали. То есть пациентов зачастую мы отпускаем после снятия иглоэнтростатов, после окончания курса внутритканевой лучевой терапии, мы пациентов, можно сказать, в этот же день отпускаем домой. Спасибо. Еще вопрос такой. Какой, на ваш взгляд, будут все-таки показания для облучения парастернальной зоны при местно распространенном раке? Ну, конечно, несомненное показание, когда у пациентки есть накопление радиофарпрепаратов в парастернальных лимфоузлах, это все еще одновременно с внутренним расположением опухолевого узла и поражением подмышечного лимфоузла по данным гистологического исследования послеоперационного материала. Конечно, таким пациентам мы будем облучать зону парастернальных лимфоузлов.
Ну, опять же, повторюсь, на данный момент это достаточно спорный вопрос, и, можно сказать, мы при каждом пациенте обсуждаем это, зачастую даже заведующим отделением. Спасибо. Передайте, пожалуйста, микрофон вот в ту часть зала. Здравствуйте, спасибо вам большое за доклад. У меня вопрос такой. Очень спорный момент в плане облучения до эндопротезирования или после эндопротезирования. Хочется вот ваше мнение услышать по этому поводу. Проведение реконструкции не является противопоказанием для проведения адекватной лучевой терапии. Если у пациентки установлен экспандер или протез Беккера и в дальнейшем планируется ей там через полгода, через год замена на имплант, то, конечно, мы пытаемся игнорировать этот экспандер и лечим пациента так, как если бы ему выполнялась простая радикальная мастектомия. Если же все-таки у пациентки установлен постоянный имплант, то мы смотрим аннотацию к этому импланту, и зачастую, например, фирма Mentor, она прописывает то, что она не проводила исследований, но по данным научных работ они говорят, пишут то, что подведение дозы 45 грей на имплант не является противопоказанием. И мы, соответственно, придерживаемся. Но между тем мы информируем пациента о том, что развитие контрактуры капсулы, которая окружает импланта, повышается после проведения лучевой терапии. И по разным данным это варьирует от 40 до 60%. Хотя если не облучать, это от 10 до 15%. И пациент у нас всегда подписывает информированное согласие о том, что он не против облучения импланта, и информирован о том, о всех нежелательных последствиях, которые связаны с облучением импланта. Угу. А все-таки по статистике получается больше осложнений, когда получается, если до эндопротезирования облучают или после эндопротезирования? Если мы облучаем до эндопротезирования, то тут уже хирурги должны сказать, какая статистика. Конечно, проведение реконструкции после курса лучевой терапии на мягкой ткани передней грудной стенки намного усложняет работу хирургов, намного. И не каждая пациентка во второй и даже третий раз решится на операцию. То есть относительно хирургического этапа, относительно состояния пациентки, лучше это делать все одновременно. А после облучения мы, конечно, можем не 100%, но можем пациентку обречь опять же на повторную операцию по замене уже импланта, либо по иссечении контрактуры капсулы, которая окружает имплант. Спасибо. Пожалуйста. И у меня еще буквально вот ваше уточнение. Спасибо большое за великолепный доклад. А у меня такой вот сроки оптимальные проведения радикальной лучевой терапии после проведенной мастектомии и при наличии показаний на область послеоперационного рубца зоны регионарного метастазирования, все-таки допустим оптимальные сроки проведения лучевой терапии и допустимые сроки проведения лучевой терапии. А лучевую терапию мы не начинаем не ранее 4 недель после оперативного лечения, потому что мы даем пациенту возможность восстановиться после операции, чтобы зажил рубец. А самое оптимальное время после облучения считается 8-12 недель, будь это мастектомия, либо это органсохраняющая операция. Если у пациентки планируется системная химиотерапия, то мы выжидаем, пока она ее закончит. Если это 4 курса, то мы укладываемся в срок 4-6 месяцев. Если это 6 месяцев, то мы подходим к тому сроку 6 месяцев, который, в принципе, все радиологи стараются придерживаться. Но если у пациентки создается такая ситуация, что на фоне химиотерапии она не по определенным причинам, по медицинским причинам не соблюдался интервал там 3 недели, либо 4 недели в зависимости от химиотерапии, то мы для таких пациентов стираем границу 6 месяцев, и мы, конечно же, проводим ей лучевую терапию, так как она все эти 6 месяцев была занята системным лечением, которое также проникало и в те ткани, которые мы планируем облучать. Спасибо большое, Жанна Викторовна. Угу. Еще вопрос один у нас есть. Прекрасный доклад. Хотела спросить, если на фоне проведения адъювантной химиотерапии у пациентки сохраняется лимфорея, но при этом ей необходимо проведение курса лучевой терапии, можно, противопоказано ли
проведение лучевой терапии в данном случае? Спасибо за вопрос. Все, конечно, зависит от объема. То есть если пациентке ежедневно требуется эвакуация жидкости, и эти объемы достигают 50-100 или, может быть, даже 150 мл, конечно, мы такую пациентку не будем брать на облучение, так как это сопряжено с определенными рисками инфекционного осложнения. Если у пациентки есть не лимфорея, а есть, например, лимфокиста при выполнении органсохраняющей операции, и, опять же, она не очень больших объемов, и риск ее инфицирования достаточно низкий, то мы даже, наоборот, радуемся этой лимфокисте, так как мы понимаем, что лимфокиста – это еще один маркер, который нам говорит о том, что именно в этом месте была операция, и, в принципе, лимфокиста – это и есть ложе опухоли. Ну, так, если не очень четко говорить. А после купирования лимфореи, если пройдет месяц-два, уже как бы завершены все сроки, когда мы еще можем провести курс лучевой терапии, или… В принципе, мы можем ее направить. Вы имеете в виду, если у пациентки была системная терапия? Да, после системной терапии, да. То есть мы завершили, предположим, 6 курсов адъювантной химии, у нее сохраняется значительная лимфорея, мы ее отпускаем там на месяц по месту жительства это все купировать. Потом еще есть смысл проводить лучевую терапию или стоит уже как-то? Ну, опять же, повторюсь, если пациент после операции проводилась системная терапия, то для него стираются сроки, вот эти 4-6 месяцев, которые стараются все придерживаться. И если отсрочка лучевой терапии, она обусловлена хирургическими моментами, то, конечно, мы пойдем на встречу пациенту и проведем курс лучевой терапии. Но, опять же, все это решается индивидуально. Редко, когда у пациентов на протяжении 4-5 месяцев сохраняется такая массивная лимфорея. Спасибо большое. Конечно, бывают случаи. Спасибо большое, Жанна Викторовна. Спасибо.